Ловись, рыбка. Больше 122 тысяч сигарет «Оксазана» выпущено в озеро Балхаш. Владельцы хозяйственных предприятий взялись за воспроизводство рыбных запасов в водоеме. Процесс зарыбления происходит осенью один раз в год. На этот раз были выпущены мальки средней массы 3-6 граммов будущего поголовья сазана. В регионе имеется 6 крупных промышленных предприятий у озера Балхаш. Владельцы одного из них озаботились сохранностью поголовья. Акцию по зарыблению будут проводить до декабря. В этом году в пределах Карагандинской области была выпущена именно не домашняя форма карпа, а жизнестойкого полиморфного сазана. Это впервые такое. В этом году выпустилось в Калисе 47 400 экземпляров чистого жизнестойкого полиморфного сазана. Данная работа продолжается не только в пределах Карагандинской области, но и в пределах Джамбылской, Алматинской, в целом по Балхашу.